Оптимизму не осталось. Именно с таким настроением Светлана Носарева дала интервью моей коллеге Юлии Третьяковой в рамках телепроекта «Откровенно говоря». Почему же все-таки решено остановить котельную УАО СТС? Это чисто экономическое решение или есть в нем доля политического противостояния? Пока эти вопросы риторического плана. Пиковые морозы без дополнительного теплоисточника Железногорску не выдержите. Сейчас самое время местной власти проявить силу и политическую волю. Ведь обеспечивать город теплом – прямая обязанность власти. И тепловая катастрофа может грозить чиновникам уголовной ответственностью. Почему же власти города занимают крайне отстраненную позицию в решении социально острого вопроса? У Светланы Носаревой есть своя точка зрения на это. Я, конечно, оптимист, но в этой ситуации, вы знаете, все равно будем надеяться на лучшее. Я думаю, что власти все-таки повернутся в сторону города, и вопрос все-таки должен решиться. Пока есть время. Не пропустите откровенный разговор о завершении нашего выпуска. Он касается каждого из нас.